Сейчас покрывается геосинтетикой, дальше будет потенциально плодородный грунт, противоэрозионный материал и растительный грунт покрываться. В растительный грунт уйдем. И уже... мы переходим к этапу как раз монтажа. Да, монтажа, да, это уже последний этап будет. Рекультивация полигона ТКО в поселке Чистцы продолжается. Сейчас здесь идут работы по устройству экрана полигона и подпорных стен. Строятся очистные сооружения. Глава муниципалитета Андрей Иванов провел на объекте выездное совещание штаба. Мы еще раз выехали на место воочию убедиться, что все не только в графике, но и соответствует той технологии, которая была изначально нам представлена в проекте. Уверен, что в конце года мы разрежем здесь ленточку и откроем уже не полигон, а рекультивированную площадку, которую в дальнейшем, скорее всего, будем использовать под маленький-маленький горнолыжный курорт. Такая есть у нас мечта, и я думаю, что это нам по силам. Один из важнейших этапов процесса – монтаж системы очистки сточных вод. Для этого на объекте работает 26 единиц техники и 51 человек. Полигон находится под постоянным видеонаблюдением. Полигон требует мониторинга, да, система дегазации должна пройти определенную, то есть активную фазу, да, когда можно будет к этому приступать, и тогда как раз уже будет дополнительное, скажем так, еще естественное уплотнение свалочных масс, будут заполняться пустоты с учетом того, что уже прекращен процесс будет попадания осадков извне. Глава муниципалитета отметил, что свалка в 17 гектаров должна превратиться в объект, который будет соответствовать всем экологическим нормам. По контракту работы должны быть завершены уже в декабре этого года. Процесс рекультивации полигона Чистцы контролируют депутаты-единороссы в рамках партийного проекта «Чистая страна». Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».